Надо наведаться в университет. Итак, друзья, всем привет! Добро пожаловать в новую серию. Мы с вами отправляемся на вечеринку. Хэллоуин? Мне костюм не нужен. Это плюс. Ну что, пойдем искать доктора Дилани. Внешность одного из моих злейших врагов. Пора выяснить, какого именно. О, все еще в костюмах. Один. Еще мои один Спайдермен. Блин, а где искать? Эй, потому что я не вижу никакой подсказки. О, глянь. Простите, вы доктор Дилани? А, Человек-паук, мой давний враг. В этот раз не возьмешь. Что творишь-то? О нет, дым. Что же мне делать? Куда он побежал? О нет, я не смогу его догнать. Теперь ты мой. Эй, да что с тобой? Я неделю работала над шлемом. Я должен найти доктора Дилани. Он где-то на вечеринке. Ты кто такой? Дружелюбный Человек-паук. Умник. Так, ну понятно. Это не тот, кто нам, ребят, нужен. Вроде. Так, еще два варианта. Какой-то клоун и ящер. Катар! Катар! Все, ешьте, деточки! Ребят, что за бред? Каркар? Ё-моё. Так, найдем с вами путь к сцене. Тот швыряющий тип может быть Дилани. Нужно найти способ подняться туда. Да я уж поднялся. Мне нужен Айзек Дилани. Мне кажется, он на танцполе. Да вот он. И ящерица в халате. Зажигает он там знатно. Так, ну это будет у нас стопроцентный вариант. Так что, ребят, мы дела не нашли. Смотрите, это мальчик-паук. Раз я твой враг, давай драться. Давай потом. Что такое, слабак-паук? Боишься моего могучего рога? Эй, вы кто? Что делал? Драк, перекончи его, Человек-паук! Да чё он лезет? Что за чёрт? Вот чёрт! Нужно. Так, у нас проблема. Давай забираемся наверх. Надо догнать похитителей доктора Дилани. Эй, полегче. Скажите, что вам надо? Это розыгрыш, да? Это же не пушки. Назад, быстро! Отпусти! Так. Спасаем чувака. Ну что, давайте попробуем. Ой! Ой, нет! Пожалуйста, нет, я вас прошу! Сейчас, стоп. Блин, да нифига себе! Давай, вот так. Замечательно. Сюда. Подходи-ка. Ух. Ой, я понял. Да как ты задолбал, а? Запарили! Так, все. Все в порядке? Да. Хорошо. Веселого Хэллоуина. А нам придется опять лезть в вентиляцию. Так, где они? Ничего себе. Что-то их там много. Может, притушим свет? Но для нас это, конечно, не проблема.
Так, понятно все? Ну что, давай будем как-нибудь. Давай что-нибудь попробуем в этом роде. Наверное, все-таки надо было мощный. Хорош. Офигенно, от стены прям круто. Ёлки-палки. Может, хватит, а? Задолбали, а? На, лови. Ну вот и все. Ну блин, пушка, конечно, была очень опасная. Куда увели Делани? Доктор Делани, где он? Бежим за ним. А, по стене. Занятно. А вот и доктор Делани. Так, ну нам опять, наверное, придется вентиляцию, да? Недавно начали работать с кем-то в Оскорб. Откуда вы знаете? У нас нет времени, Айзек. Назовите имя. Шоу окончено, Ли! Нет, похоже, не окончено. Его имя. Доктор Морган Майклс. Благодарю. Нет! Работаем! Тихо, 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 тихо! Подкидываем. Таким образом мы с вами... Ой-ой-ой. Так, еще. Блин, проблемка. Ой, нет. Так, давай еще зарядим их. Так, все, 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 норм, 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 норм. Взялся там. Так, все. Господи, какой ты живучий, а? Так, теперь в погоню. Разобрался. Надо найти Ли. Ну и что, получается, нам еще нужно будет вот с этими биться, да? Судя по всему. Потому что он всех занегативил, да? Да свадьбы бы заживешь! Да давай сюда иди. Где вы там? Да где вы там? Сюда иди. Что Ли сделал с ними? Неужели снова он? Снова он, да, получается. Отпусти меня. Нельзя давать им навредить друг другу. Это для вашего же блага. Мне это не доставляет удовольствия. Ах!
Юрий, нужна помощь. Сообщают о выстрелах в универе. Да, это я. Потом расскажу. Сейчас ты должна найти доктора Моргана Майклза. Мартин Ли идет за ним. Я поняла. Так, пройдено. Человек-паук, кто такой доктор Майклз? Ведущий ученый в проекте «Дыхание дьявола». Его нашли? И да, и нет. Соболи заявили, что держат его под защитой где-то в городе. Но не говорят, где именно. Я думал, вы работаете сообща. Я тоже. Ладно, есть идея, как его найти. Сработает, дам знать. Ну, короче, куда мы с вами движемся? Показывайте. Ау. Эй, ты нашел доктора Дилани? Да, но Ли это сделал первым. О нет, что случилось? Ли исказил его, и тот покончил с собой. Какой ужас! Мы должны его остановить. Да. Перед смертью Дилани назвал Ли одно имя. Морган Майклз. Морган Майклз? Кто он такой? Точно не знаю. Но вроде бы он работает над проектом «Дыхание дьявола». Ты нашла что-нибудь в той папке? Да, представляешь? Пару лет назад Осборн пришел к Фиску и попросил его построить подпольную лабораторию. Секретную? Для «Дыхания дьявола»? Если это правда так опасно, то неудивительно. И где она? Этого в папке нет. Осборн убедил Фиска уничтожить всю документацию. Удалось раскопать только квитанции о переводах с личного счета Осборна на счет строительной компании Фиска. Тот сохранил их как компромат на мэра. Все нити сходятся к Норману Осборну. Кажется, пора нанести ему визит. Сомневаюсь, что он тебе что-нибудь скажет. Я и не думал спрашивать. Так, я знаю, как попасть в офис Нормана. Прежде чем идти туда, нужно отключить охранные системы. Но если меня заметят, они все перекроют. Думаю, я смогу взломать защитные модули, находясь снаружи. Нам требуется найти защитный модуль. Так, нажимаем для сканирования. Это сетевые кабели. Нашел. Надо проследовать за ними к защитному модулю. Кажется, в здании их 4 штуки. Так-то лучше. Что за счет? Группа охраны, ответьте. Команда Соболь-Альфа ждет приказа. Похоже, перебои с электричеством. Понял. Следите за внешним периметром, пока мы ищем причину неполадок. А я-то думал, будет легко. Ух ты, блин. Так, давайте-ка не будем с вами прям... Ой, тихо, пожалуйста. Вызываем специалиста. Вас понял, продолжаю обход по внешнему. Нашел. Это, ребят, у нас будет второй. Что? Всем агентам, кто-то берет под контроль наши системы. Запускаю протокол Дельта. Черт, в наши дни дроны есть у всех. Группы Соболя, доложите обстановку. Внешний периметр, все чисто. Вы все еще считаете, что это программная проблема? Мы оцениваем ситуацию. Сохраняйте текущий уровень тревоги. Всем группам Соболя. Есть небольшая вероятность, что к нам проник нарушитель. Мы анализируем данные. Будьте начеку. Вас понял, контроль. Вот он. Проклятие. Еще одна подсистема отключилась. Проверить внешний периметр 85-го. Вас понял, птичка на подлете. А сейчас, ребят, проблема. Здесь еще и вертуха есть. Привет, МДжей. Я тут занят. Слушай, я, кажется, знаю, где Чарльз Стэндиш. Думаю, я смогу его разговорить, если доберусь до него. Он знает о докторе Дилане и, вероятно, о Моргане Майклзе тоже. Хорошо, только не делай глупостей. Кстати, о глупостях. Надо найти последний модуль. Да где-то здесь. О, yes. Так, наверх, наверх, наверх! Чё творишь? Чё творишь? Господи! Ребят, я чуть в обморок не упал. Давай сюда.
Это последний. Вот и последний. Все. Теперь можно заглянуть в офис Нормана. Надеюсь, я узнаю о Майклзе и дыхании дьявола. Погнали. Внешний периметр чисто. Перейдем к режиму блокировки. Не сейчас. У мистера Осборна важный разговор по телефону. Продолжайте наблюдение. Там должен быть кто-то. А там уже никого нет. Потому что паучок уже внутри. Переключусь на защищенную линию. Я на шаг впереди тебя, Уилсон. Мои люди проверили все твои файлы. Если ты попытаешься раскрыть детали той сделки, это будет твое слово против моего. А за решеткой не я. Минутку. Норман говорит с Уилсоном Фиском? Статуя Нио? Ты вообще о чем? Статуя Нио с аукциона. Вероятно, они говорят о папке, найденной МДЖ. У кого папка? У нас, Норман. Но это очень в общем. Поэтому я прямо сейчас выполняю слегка противозаконные, но морально допустимые действия. Ах ты надутый выродок! Ты лжешь! Не злись, Норман. Мы знаем, что вы с Фиском построили секретную лабораторию для дыхания дьявола, но мы не знаем, где она и при чем тут Майклз. Надеюсь, твой компьютер расскажет нам больше. GR-27. Научный руководитель доктор Морган Майклз, а вот адрес лаборатории убран. Структуры ДНК с искусственным интеллектом? Если это работает, это же лекарство от любых генетических болезней. Муковисцидоз, хорея Хантингтона. С ума сойти! Жуть. О! GR-27 — это дыхание дьявола. Создавалось как лекарство, но в нынешнем виде больше похоже на оружие. Единственный образец Майклз всегда держит при себе, потому Ли и хочет до него добраться. Где Майклз, там и дыхание дьявола. Прикольно. Получили с вами ценные сведения. Ждем звонка. Привет, Пит. Как дела? МДЖ, дыхание дьявола не оружие. Оно создавалось как лекарство от генетических заболеваний, но в нынешнем виде оно настолько сырое, что убивает тело, пытаясь его вылечить. Надо найти доктора Майклза. Нельзя доверить Соболю такую опасную субстанцию. Возможно, я нашла зацепку. Чарльза Стэндиша держит на базе Соболя в Центральном парке. Если кто и знает, где находится Майклз, то это финдиректор Аскорб. Я пытаюсь добраться до него. Добраться? Там же полно охраны! Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Проникнуть в логово Соболя. Это может кончиться плохо. Мне нужно в Центральный парк. Да, но сначала, я думаю, что заключительная вышка в Мидтауне. Да, полный процент покрытия. Так, погнали. А вот здесь у нас... Да, ребятки? Здесь у нас еще один рюкзак. А! Черт! Эту майку я хотел постирать 6 лет назад, хотел он сказать. Так, давайте мчимся в Центральный парк. О, это то, что надо. Потому что нам как раз нужны, похоже, это доктор. Ребят, жетончики преступлений. Все дело в разуме. Взять хотя бы меня. Ум с неограниченным потенциалом в плену старого изношенного тела. Подумай, чего может достичь этот ум, если освободить его? Разрабатывая наш нейроинтерфейс, мы должны думать шире. Мало просто заменить изношенные части наших тел. Мы должны думать о новых возможностях проникнуть в разум. Никогда не слышал от Дока таких эмоций. Надеюсь, он не слишком увлекся. Я
Запустим. Блин, зачем я прыгал? Надо было просто запустить. Заложники в туристическом автобусе. Ага, достопримечательности Нью-Йорка. Так, ну и, наверное, пора посмотреть, что у нас там по гаджетам. Можно качнуть. Давайте пополним боезапас максимальный, то есть будет плюс один. Так, неужели опять? Это получается где-то наверху или нет? Не понял. Ладно, пофиг. Давайте мчимся. Привет всем. Да, со мной здороваются. Внимание, поступают сообщения об ограблении. Да мы уже прибыли. Выезжайте в центральный об ограблении? Не, мы сейчас с вами занимаемся абсолютно другим заданием.